раз в рамках проекта «Делай добро» для ребят с различными возможностями. Его проводила Марина Шоколатье, ну и слово ей поговорим. Здравствуйте. Я работаю в мастерской ремесленной «Шоколадной Руси». Мы делаем натуральный шоколад из какао-робу. Кстати говоря, какао, вот плод какао-дерева. Как я сегодня показала ребятам, как выглядит какао-бобы, какао-крупка. Мы работали с шоколадом, делали шоколадную пиццу. Они украшали ее сами фруктами, ягодами, орехами. Мы делали горячий шоколад. Мы узнали, как правильно его делать, как его вкуснее пить, как делали его древние ацтеки. Было очень интересно. Я надеюсь, ребятам очень понравилось.